Привет, как дела? Вот и месяц пролетел на канале Амброзио. Мы много чего успели за эти 4 недели. Наверняка и ты тоже. Что ж, весна уже на пороге, и вот самые весенние новинки, которые мы подготовили для тебя на этой неделе. В понедельник мы расскажем, с чего начинали делать наш комик «Счастливого конца света», и дадим советы тем, кто только делает первые шаги. Смотри второй выпуск «Комикс братьев» с 1 марта. На этой неделе тебя ждет особая творческая среда. Мы расскажем тебе, как делают современные компьютерные игры, и покажем самые удивительные и невероятные места на нашей планете. Поведаем, почему скучать очень даже полезно для твоего творчества. А также покажем тебе один из моих самых любимых выпусков «100 страниц» по книге «Чернильное сердце». И будет это в среду, 3 марта. Сказать по секрету, мы очень ждем эту пятницу, потому что в этот день мы устроим премьеру нашей первой короткометражки «Линии мыслей» впервые на русском языке. И покажем, как все это создавалось за кулисами. Бам-бам-бам, и наконец суббота, 6 марта. Ты, мы с братом, приятная музыка, творческая атмосфера и беседы о самом интересном во время прямого эфира «Братья по стриму». Вот такая вдохновляющая неделя ждет тебя впереди на канале Амброзио. Еще не подписаны? Тогда приглашаем вас на наш YouTube и Instagram. Только не забудьте включить все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Что ж, рады были встрече. Не скучай и до скорого. Амброзио. Смотри, вдохновляйся и твори.